Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер? Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Эй, мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо, приятного пиратства. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Техслужба на второй этаж, проект, образец 17. Эй, ты куда, на рынок? Нет, я... Родители попросили вернуться, и я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной. Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж. Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тедж здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью, найдешь что? Эдвард, сюда. Я кое-что нашел. Ты должен видеть. Ну же, сюда. Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в суть вещей, пока не увидишь странное сердце. Знакомое чувство. Оно у меня с юности.
Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. Вот так фокус. В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина. У тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Я нашел тут еще кое-что. Уверен, ты разберешься намного быстрее. От этого так и веет тайной. Здорово, да? Подожди, увидишь, что тебя ждет в конце. Похоже, у господина Дюкаса много тайн. Взгляни-ка, какая-то массивная лестница. Как думаешь, что там наверху? Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу. Мерзкий способ умереть. Но какой инструмент? А попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось четыре. Так. Может, они у тех четверых тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торресу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Если в твоей груди бьется сердце, а не камень. Я мог бы. Если так, я найду ключи. Плохая отговорка лучше, чем ничего. Thank you.
Отчаливаешь? Эта бухта создана для тебя, Эдвард. А костюм нет. Эй, да брось. Мы пираты, Кит. Берем, что хотим, делаем, что хотим. Мы свободны. Но костюм не твой. Ты совсем не такой. Тогда какой? Не всегда разберешь. Знаю одно, ты ищешь опасный приз. Обсерваторию? Ты знаешь про нее больше, чем говорил в Нассау. Заметил, значит? Жди меня у Юкатана. 20 градусов, 3 минуты северной широты. Через пару недель смогу тебя порадовать. Эй, капитан, мы тут нашли карты и регистры. Они были в морские карты и регистры? Создать свой флот. На вахте. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Адель? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуне ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко назад. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулун. Jumps the shark with his eye roll. Beat the dough.
борт! Конвой, Кэп! Поженимся! Дима, стоим надежно? Готовы стрелять, сэр! Они уязвимы здесь, надо бить! Блин! Короче, залп нам поможет! Осадили! Удачная позиция! Пробоина! Сейчас будет залп! Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Абе? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Блин! Черт, мимо! Военный корабль, Кэп! Это приз! Ударьте-ка по ним, сэр! Блин! Блин! Бежим, как можем! Попали, сэр! Удар серьезный! Пол корабля! Залп! Дадите в них залп, капитан! Почти готовы, сэр! Там у него уязвимое место, сэр! Стреляют! Блин! Черт, вы спятили! Все паруса! Блин! Стрелки готовы! Только свистните, капитан! Только дайте знак, капитан! Стреляют!
Ждем приказа! Отдать скорости! Отдать все! Вперед! Поймаем ветер! Паруса отдать! Давай, красотка, расправь крылья! Дорога!
Слева по борту! Утесы! Сворачиваем! Убавляй от ветра! Убрать роты! Зарядь роты отдать! Вперед! Все наверх! К фоку! Пошел! Наполни каждый дюйм! Спустить все, кроме ротов! Нас! Поднять всех! От ветра! Паруса убрать! Крепче вяжи! Шевелись, коллеги, к парусам! Down to Trinidad.
glad to see Sally Brown, boys. Roll, boys, roll, boys, roll. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Halfway high, Sally Brown. She's lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. Roll, boys, roll. Добыча! Идем на абордаж, Кэп! Топ-фалы подтянуть! Они идем слишком близко, Кэп! Трави, накидывай! Блин! Выдерни залп, капитан! Спешим, как... Готовы, сэр! Свободу гротам! Бросок ветвей! Поднять паруса! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Правый борт, Кэп! Там стоять. Выживший после крушения, капитан... Down.
это груз, сэр. Слева, капитан! Там кто-то в воде! Живой, сэр! Готов, сэр! Блин!
еще парусов! Бомбрамсели, круче к ветру! Старушку, ребят, спустить паруса! Убрать, убрать, скорее! Капитан на вахте. Поймаем ветер! Приводим. Марселя! Брамселя! Бомбрамселя! Леселя! Марселя!
плавает чей-то груз, капитан.
аш кубети клети вай. Сокано тустал амби. Кешма уюхеллети. Kuntula kutuus, kubukin tikuno, kuntul minik suk, ukonihel mashake, bukahu masuktal, yangwal tileti. Thank you.
Проклятие, Кит! Во что ты меня втянул? Эти монахи что, сторожат мои сокровища? Я обещал открыть секрет, но не обещал, что будет легко. Давай откроем дверь и посмотрим, что там. Мы уже близко. Я чувствую. Капитан Кэнуэй. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить. Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Ни слова. Идем.